Сегодня 2 декабря 23 года. 23 год подходит к концу. Солнечный день. Это необыкновенное чудо. Оно иногда у нас случается. Сразу настроение взлетает. Вот стоят такие живописные травишки. Сегодня выходной, суббота. Рабочие отдыхают. Работники, которые делают нам парк. Где-то вдалеке некоторые, мне показалось, на лыжах, а может быть, просто играют со снегом. Ну вот. Вот такая вот красота. Солнышко. Наш микрорайон. Отойду чуть подальше, сниму. Ну вот, я вышла прогуляться. Вообще хорошо, конечно, очень хорошо. Очень здорово. Вообще, первый такой денек. Солнце на нас очень положительно действует. Настроение сразу бодрое, хорошее. Все понимают, что нужно срочно идти за витамином D на улицу. Поэтому люди выходят, активно гуляют с детьми. Коммунальная служба еле-еле справляется с вывозом снега. Все как и положено настоящей русской зимой.